Всем привет, вы находитесь на канале Fast Gore TV, и добро пожаловать в Control. Господи, Джесси, что с тобой было? Наконец-то вышло последнее, ну, второе и последнее дополнение для этой игры, которое называется AWE, и оно связано с Аланом Уэйком, и я безумно долго ждал это дополнение, не только потому, что мне понравился Control, но и потому что я обожаю Алана Уэйка. Если вы не знаете, что это, не знакомы с этой вселенной, поставьте лайк, напишите в комментариях, и тогда мы в ближайшем будущем пройдем оригинального Алана Уэйка. Может быть, зацепим еще American's Nightmare, не уверен, будет это или нет, но оригинального точно я для вас пройду, потому что это шикарная игра с шикарной историей. И да, давайте начинать. Во-первых, можно посмотреть, какие способности добавили, и увидеть, что оно только одно. Удерживайте и метайте до 3 объектов. Теперь энергия восстанавливается во время удержания объектов. Для метания очков способности нужно 8. Да, новых обилок конкретных нету. Одежду новую добавили, но вроде как она, да, откроется нам по ходу дополнения. И давайте выберем миссию. Темное место. Обследовать лифт сектора. Херово перевели, видимо, дополнение, потому что описания никакого нет. Какого сектора? Управление, центральный отдел. У нас есть быстрое перемещение. У меня эта игра пройдена на практически 100%. Так, еще раз, отдел какой? Центральный отдел управления. Центральный отдел управления. Я здесь и есть. Следовать лифт. Уэйк. A hunger in the dark. Investigation sector. Investigation sector, huh? We should check this out. Уэйк. Твою мать, как же давно я не слышал этот голос вообще. Я обожал Алана Уэйка. Я буду очень много пищать, потому что это просто... Это одна из моих первых игр в Стиме, кстати говоря. Ага, прогрузка. Так, сектор расследований. Это вроде как... Как тут карта открывается? Ой! Надо карту открыть. Это же... Да, это новый сектор. Ё-моё. Интересно. Кстати, не то чтобы прям совсем помню управление. Я думаю, вы мне это простите. Корреспонденция пропавшего агента. Опять огромное количество текста, да? Мистер Киркланд, вот новый список агентов, признанных пропавшими без вести и предположительно мертвыми в результате вчерашнего прорыва из камеры содержания. Письма с соболезнованиями будут даны вам на подпись перед отправкой семьям пропавших, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Опять тут очень много текста. Так что читаем, давайте на паузе, мы в контроле всегда делали это таким способом. Я это потом тоже сидел, пересматривал и зачитывал все эти записки. Ну, многие, не все, конечно. Их просто колоссальное здесь количество, и мы очень много времени потратим на их чтение. Как-то тут темновато. Трактор, дополнение. Трактор? Трактор Берроу. Хорошо. Заявление об увольнении. Я так еще посматриваю на какие-то отсылочки. Так, ну мы сюда, скорее всего, да, не пройдем. Потому что нам нужно подключить какое? Нам нужно подключить вот это. Так, сейчас я сюда пройти смогу. Единственное, надо просто проверить еще какие-то проходы, возможно. Проблемы персонала. Очень много бумажек. В игре это... Для меня это очень... Очень большой минус в игре. То есть... Неадекватное количество. Дом у озера.
Это снова случилось, уже третий раз за год. Кто-то точно имеет зуб на... Конечно, это могли быть еноты, местные частенько на них жалуются. Но какого черта понадобилось енотам забираться на мониторинговую станцию? Что-то не сходится. В общем, на следующей неделе техник из бюро приедет разобраться с этим. Следующий в списке повторяющихся проблем — персонал исследовательской станции «Дом у озера». Как прикажете нормально следить за озером? Забыл, как он называется... Если они не дают мне доступа вообще никакой информации, проклятие, да я даже не в курсе, что они там себе исследуют. Нужно подать запрос, чтобы они поделились информацией с агентами, ведущим расследование. Дом у озера, да. Тот самый, мать твою, дом у озера. Я так давно вообще последний раз Alan Wake проходил. На канале есть какое-то прохождение. Старое, но не рекомендую его смотреть. Давайте сделаем новое. Тут просто видите еще, как обычно, большинство информации как-то залеплено. Перевалить ответственность, чего ты ожидал, сектор расследования. Там, конечно, рассказываются какие-то истории, но, блин, я... Правда, когда мы проходили только эту игру, я от текста в этой игре просто... Просто не выдержал вообще. Эй, выпусти меня. Так, ладно, пойдемте сюда. Сюда зачем-то же тоже нужно включить питание. Проверка кейстоуна. Очень много всего, ребят. А я только зашел в первую комнату. Трактор порядок действий. Слушайте, трактор, кстати говоря, трактор марки Frank Elk, цвет оливковый и зеленый. И знаете, что с трактором? Видите, они тут пишут, что процедура хранения, что это типа измененный предмет, представляет опасность. В Alan Wake был босс-трактор. Ну, как босс. Ну, босс, да, типа одержимый трактор. Так было. Дотянусь отсюда. Вейки был босс, буквально трактор, там надо было бегать от него, отстреливаться. Так, особь, SI-1. Техникам удалось установить из внутренней сети записи исследователей, бла-бла-бла, ничего понятного, да, какой-то просто научный язык. О, фонарик. Ну, не фонарик, точнее, переключатель. Переключатель — это забавно. А какие-то жетоны музыкального... А, их теперь делать можно, но они... Хрен с ними. I'm no detective, but something definitely happened here. Это нужно было сделать, поверьте мне, тут есть что-то полезное. Как минимум записка. Благословленная организация. Слишком часто нажимаю отмену. Так, поехали. А, все стало синее. Шикарно. Do we know each other? I feel... This feels familiar. I can't seem to... I've forgotten it. I'm sorry. My name is Alan Wake. Friend Tom. Tom Zane. There's nothing to worry about. Tom. The poet. The diver, you look different. That was just a role. A character. The protagonist I played in my old film. I'm a filmmaker. An auteur like yourself. We're working on this together, remember? An artistic collaboration.
You need a drink. Ippis. You've been riding. You found a way to escape. It'll work this time. Riding? You found a way! No! I don't... Wait. There's something. It's my dog. He's out there. I've seen him. Yeah. Nothing to worry about. I'm dealing with it. It's fine, my friend. Let me handle him. You've met him? What the hell? Now, come on. You misunderstand me. И Джесси такая, пойду-ка я отсюда. That was Alan Wake, the writer who went missing in that AWE case I read about. Да, с озером. What's he doing here? Thomas Zane was with him. The poet. No, wait. He was a filmmaker. I always remember that wrong. С помощью этого дополнения вообще... Remedy собираются расширять вселенную, объединять Alan Wake с Control. Делать из этого вселенную и дальше как-то развивать эту тему. Мне безумно интересно, не знаю, я обожаю Remedy вообще, что они делают. У них всегда странные, но очень интересные игры. Так. Но в этих отелях всегда все завязано на звонке. Прикол в том, что он... О, не работает больше. В задницу телевизоры. Никогда не любил этот отель. Он такой запутанный всегда был. Какая-то дверь открылась. Третья здесь. Видите? Так. Что-то где-то либо... О! Broke loose, killed everyone it could, lurking, roaming, waiting. Then something else came, a resonance. The thing that had been Hartman went through another change. И Хартман был, и оу. И это, в общем-то, вход в сектор расследований полноценный. Слушай, карта, кстати, не маленькая. Там, конечно, не, только не вы. Там, конечно, тоннельная все достаточно, но... Тем не менее. Так. А как? Не, вообще я могу туда долететь, чисто технически. Чисто технически. Так, падаем. Оно сейчас будет пытаться меня атаковать, но пойдет взад. Так, и мы отправляемся сюда. Что-то они сейчас с обновлениями. Сделали еще с графикой, она то ли более четче стала. А, они DLSS обновили вроде. Он теперь не такой... игра немножко размытая была. Типа там...
ты включал рейтрейсинг, ты включал DLSS, она была чуть-чуть размытая, она теперь как-то почетче просто выглядит. У меня же включен. Все, да? Я надеюсь, дайте проверю. Да. О, качество растительности не включено, кошмар. Да, все, все, все на месте, все хорошо. That doesn't look like a house shift. Да, вообще у меня сейчас скорее стошнит меня. Меня скорее просто стошнит сейчас от этого. Сохранимся. Активность увертки. Мне там все идеально вообще стоит, если честно. Все, что у меня тут есть, оно меня полностью устраивает. Они добавили новые предметы, кстати. Но, ну неужели, экшончик. Восьмого уровня противник, я даже не помню, сильно это или нет. Ты на моей стороне теперь. Предыдущее, кстати, дополнение, которое Foundation, оно было в этом плане не очень плохое. Там меня противники заставили побегать. Лови огнетушитель, мужик. Ну конечно. Как же без них-то? Это же исы. Арест Хартмана. Спецагент Рэми Дэвис, Эмиль Хартман. После прохождения необходимой процедуры в бюро, бла-бла-бла, и старости. Так, кроме братьев Андерсона, за старости Уэйка в связи с предположительной смертью. Да, с Уэйком никогда ничего не было понятно, потому что произошедшее, точнее, господи, что это было, произошедшее с ним на озере, оно нахер не объяснимо. С чем я могу повзаимодействовать? С чем-то в другой комнате, наверное. Как попасть туда? Там просто ящик. Ящик того не стоит. Я просто эксперт по ящикам. Не знаю, у меня собранный персонаж, я Джесси менять не планирую, поэтому болтание ног. Здравствуйте, мои ноги болтают друг с другом по ночам, и теперь мне приходится ложиться спать в обуви. С уважением, я. Охеренно. Так. Нам вроде сюда, но тут смотри. Сюда залететь можно. Тут просто баф. Ничего конкретно важного. Какой-то ваш сектор расследований очень темный. Нет такого ощущения. Направьте мощный источник света. Ну конечно. Ну конечно, это же Alan Wake, естественно, свет, Джесси. Как же по-другому? Интересно, будут ли противники, с которыми нужно будет пользоваться фонариком? Ну, да, ладно, окей, я теперь, наверное, могу понять, почему они решили сделать сектор расследования таким темным. Это же все-таки Alan Wake. Он бегал по ночам, а все, что здесь находится, особенно эта черная жижа симбиотическое, оно всегда относилось именно к ночи, к темноте. Оу. Я не помню, тут, по-моему, не стоит, да, ходить? Я начну умирать. От этой фигни сначала избавиться вроде как надо, да?
Или нет? Или. А, или я научился в ней ходить точно. По-моему, в предыдущем дополнении дали возможность ходить по отравленным точкам. Так, опять кишка вентиляционная. У меня с ней плохие взаимоотношения вообще. Да, все эти... О, боже мой, тут столько Alan Wake вайбов. Реально, люди, которые, ну, понимают, что происходит. Люди, которые вот в Alan Wake шарят и... Играли или смотрели, это прям очень крутое дополнение. Особенно учитывая, что Control сам по себе тоже неплохой. Control у меня, например, вызывает вопрос только с точки зрения повествования. Ну, я говорил про это очень много раз. Типа, в основной сюжетке мне не очень нравится повествование в дополнении. Now we crashed out of darkness toward Faden. Алан, я тебя ненавижу, кстати, ты знаешь? Электричества, зараза, нет нигде. Уэйк, я тебя ненавижу. Ты нахрен это написал, скажи мне? Вот нахрен ты это написал. Я ни черта не вижу, кстати. Жалоба на допрос. Киркунд. Там история товарищей. Inconclusive and unusable. The footage is corrupted. Sometimes even the equipment is damaged. I don't know how exactly. I think this place is making fun of me. That's the only explanation. I can hear them laughing and screaming behind the closed doors. I can hear the call bell going ding multiple times a day. But when I look, there's no one there. I know I'm supposed to stay out of sight, but I see the doors closing just before I can catch even a glimpse of them or anything. They're messing with me, whoever they are. I think, wait, shh. There's something. I gotta get this. Gotta get the cable out. Come on, you fiber optic fucker, cooperate. Okay, there we go. Все вроде. Так, тут еще что-то есть. Я говорю, бесконечное количество текста вообще. Тут просто обчитаться. Control — это еще и литература, мало кто знает. Так, ну судя по описанию Wake, какая-то тварь должна мне сейчас помешать от того, чтобы нормально отнести этот генератор. Ладно. Это не очень удобно. Так. Это включит нам свет. О, да. Вали отсюда, жижа, ненавижу тебя. Сводка по Eagle Limited. Тень. Темные предметы, одержимые хренью. My own nature drives me to comprehend all. We are opposing forces, destined to collide. And given this conflict of natures,
We know that the light of truth will burn away the darkness, both figuratively and literally. Any significant light source can be used as protection, even weaponry against this physical gloom. And then there are the artists. I know for a fact that Tom, Wake, the Anderson brothers, and Lane all had some involvement with the darkness. The question is whether their uncanny ability to affect reality through their art beckons the darkness, or did their work perhaps even create it? With Wake now secure in my lodge, I expect I shall grow closer to learning the answers to these questions. Assuming he cooperates, which is proving quite the challenge. Well, perseverance is the foundation of knowledge. Speaking of, I must be off. Новые противники, кстати говоря, их раньше не было здесь. Вот именно вот этих ребят. Конечно же, они умеют уворачиваться. Твою мать, еще! Ну! Восьмого уровня они слабенькие. Это я могу с уверенностью сказать. Господи, это еще что такое? Так. А, да? Побочки-то? Ну... Это, ребята... А, ну да, пролить свет на растения, уничтожить тьму в различных частях сектора расследований и уничтожить плесень. Ну, в общем-то, мы это, возможно, в процессе сделаем. Я не буду это форсить, потому что это не самый, я думаю, интересный будет процесс. Это просто, типа, сходить в разные точки и уничтожить там что-то, поэтому... Я думаю, что мы, anyway, пробежимся примерно везде... Так или иначе, уничтожим тоже практически все. Это просто побочки. Интересно, будут ли другие. А на свет? Так, то есть в темноте стоять не стоит. А каким образом именно это проявляется? У меня просто энергия падает, понимаю. Тут везде при этом можно активировать какой-то свет. Ну, поехали. Просто побочки в оригинальной самой игре были некоторые интересные, некоторые, впрочем, такие же непонятные, и я... What is that? Come on, elevator, time to go. К черту иди. Так, а оно что, оно не может до меня дотягиваться здесь или как? Не, в свету я могу не бояться. Это 100%. Давай раскидаем несколько генераторов в разные части комнат. Куда подключать-то? Сценарий Night Springs, страница первая. Ох, Night Springs. Это шикарно. Night Springs — это круто. Это самая больная, самая странная того шоу, которое я видел в своей жизни. И посмотреть его можно только в Alan Wake. Нет, кстати, вру. В Quantum Break была, ну, а-ля отсылка. Типа там тоже было Night Springs, и можно было сделать такой незамысловатый
вывод, что так или иначе эти игры могут быть между собой связаны. Можно мне не падать вниз по этому? Так, туда. Да хрен ты меня здесь достанешь, тварь. Можешь даже не пытаться. Так, и куда-то вот я тут кинул. К сожалению, взять по-человечески опять. Не могу. Вали отсюда. Какой ты отвратительный. Кошмар. О докторе Хартмане. Спорим, это он и есть? Типа... Мы где? Это мы в центре. Несколько развилочек. If you're talking right now, I can't hear you. It's a one-way system. Try to find an intercom. Langston, it's me, Jesse. I know. I can see you on the monitors. The cameras in there haven't worked since we sealed that sector off a couple years back. Let me guess. You sealed it because of the monster guy. Wait, did you see Dr. Hartman? Jesus, I really wish you hadn't opened that fire break. Okay, listen, you need to find Hartman and kill him before he gets out into the Bureau. That thing is a person? He was a person. We brought him here to study after he was, altered in an AWE. I forget the medical word for what happened, but now light physically hurts him. Do you have a flashlight? No. A lantern? Headlamp? Oh, yeah, flare gun. Oh, Christmas lights! You could wrap them around your... I don't have any of those, Langston. Shit. Okay, well, I'm sure you'll think of something. I'll keep an eye on you from the Panopticon. This is kind of exciting, right? Maybe from where you're standing. Right, okay. Well, break a leg. Да, но это... Okay, this Hartman thing can't have gotten very far. Вечная проблема. Let's go flush him out. У Лэнгстона. Langston was right. Найти Хартмана в зоне такой-то, в зоне такой-то. Ever since I got put in charge of the Panopticon, people treat me different, like I'm crazy for wanting to work with altered items. People just don't understand the altered items like I do, you know? I don't want to brag, but it does take a very empathetic mind to connect with the items. Still, I don't know why people are making it so personal. Right. I mean, the teams in research handle paranatural materials every day, and no one thinks they're weird. Well, maybe that's not true. Darling is famous for being a bit out there, but when he's weird, it's charming. Altered items really aren't that frightening once you get to know them. If you figure out what they like or don't like, you know, what sets them off, then there's nothing to worry about. I guess at the end of the day, we're still just wild animals scared of our own shadows. We're supposed to be on the same team, but sometimes it feels like it's every department for themselves, like it's a race, and we're all trying to be number one. If it is a race, though, I'd say Darling is a mile ahead of everyone else. He was Trench's golden boy for years, but that relationship has gotten pretty tense, or so I've heard through the grapevine. Not that I spread rumors, just, you know, people talk. Not me, though. I keep my nose to the grind. Господи, Лэнгстон, ты заткнешься когда-нибудь? Не говори. Лэнгстон, хватит, Лэнгстон! Угомонись. I'm gonna have to buy her a nice fruit arrangement as a thank you after this. I'm missing a lot of Alfred's. О, боже мой, Лэнгстон, хватит. Хватит, не то открыл. Так, нет, сначала туда пойдем. Maria. Four.
В общем-то, как я понимаю, тут не такая большая локация. Видишь, она тоже, да, кишкообразная, как я уже сказал. Вот, поэтому, ну, дополнение, видимо, не самое большое. Они писали, что где-то в районе 3-4 часов, но я пока что я этого особо не вижу. Да, хватит, Лэнгстон, угомонись, пожалуйста. Все, давайте здесь встанем. Вот, но пока что... Пока что непонятно, как и всегда, это Control и это Alan Wake в том числе. Поэтому будем смотреть, как все будет разворачиваться дальше, пока что тут остановимся. Вот, на этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока!